Так, ну что, мы в Харбалях. Дорога там впереди не очень. Сейчас легковую машину перегрузили. Бусик. Вот, сейчас Бусик нас поведет. Вот. Мы за Бусиком пойдем. Сейчас поедем в объезд через поля. Дорога разбитая в районе Ахтубинска, как обычно. Там есть место одно прям совсем ужасное. На камеру не заснял, но в Телеграм там выкладывал. Просто пипец вообще. Ну и выбоины, сплошные выбоины по всей дороге. Начиная от Капустина-Яра и почти заканчивая, ну, за Ахтубинском и там на полпути к Харбалям. Где-то, наверное, километров 60, не доезжая Харбалей, более-менее нормальная дорога. А так все от Капустина-Яра, все в выбоинах. Дорога ужасная. Ну, все, вроде перегрузились. Сейчас погнали на базу. А она одна. Серёня, ты уже здесь? Здорово. Здорово, здравствуй, дорогой. Егорик. Без вас скучно. Поверьте. Ясный пень, блядь. Так, наш номер. Так, ну все, значит, Андрюху вот привезли на УАЗике вещи, блин. Из Нижнего Новгорода. Вообще, да. Из Нижнего Новгорода. Ну, как тебе УАЗик? Я теперь всегда так езжу. Да? Стол у тебя есть там? Заказывай. Ну что, друзья, мы добрались до базы Углянская. Дорога, конечно, такая размытая, скажем так, дождями. Вот. Но проехать можно. И здесь машины, я смотрю, прям просто очень-очень много. Вот. И даже на пассажирках проезжали. Но кто на пассажирках не может проехать, база предоставляет эскорт на Батоши. Вот. УАЗик привозит, то есть машину ставите в Харбалях, база оплачивает стоянку и вас привозят с вещами на батонах. Вот сейчас что мы сделали, пассатерку одну оставили, а кроссовер, и я на своей Mitsubishi Pajero Sport проехал вообще просто нормально, отлично. Есть одно место, там такой подъем-спуск, но вроде бы как его там, может быть, там как-то немного там улучшит со временем. Это объездная дорога, здесь есть несколько вариантов, постоянно можно как-то проехать. Первый раз мы едем по объездной, раньше ездили там через Романыча, через Леваду, но сейчас говорят, там просто жесть в этот раз. Вот. Надеюсь, там тоже сделают дорогу, и там тоже можно будет ездить. Все, мы разгружаемся потихоньку и двигаемся в свой любимый номер. Почему мужик не собирает? Я что-то скоростелочку так. Так, она походу рухнет сейчас. Вытяжку включил, да? Так, что у нас на ужин? Это форшмак? Нет. Замазка? Это когда дует и закон. На ухо. Раньше кирпич желтком мешали. Так, ну что, давайте за приезд. Друзья, мы заехали в наш номер нашей небольшой командой. Давайте за приезд, друзья. За приезд. Небольшой дружник. На воду, все отлично. Все, мы сейчас на реке. Будем искать. Мы верим, друзья, караваны ракет. Все у нас будет. Друзья, конечно. Смотрим видео.
Надо ляг идти, а туманище. Не знаем, что делать. Дойдем ли мы по такому туману? Блин, а засада. Так, ну что, мы приехали на дальний кордон с Андрюшей, добрались мы по этому туману, сейчас посмотрим, первого судачка взяли. Смотри, что мы нашли, блин, Андрюш. Ты тут кто? Не торопись, не торопись. Сейчас мы сами... Ну, такой вот. Сам принимаешь? А? Да, да. Слушай, нормальный, хороший. Да, пониже бери вот так. Ага. Рыбалочка тут. Трофей. Прям с таким тычком, блин. Задвушка, наверное, точно есть. Пока не давит. Сейчас, подожди, подожди, давай, все. Не торопись. Давай, да, подсакал лучше. Вот как они так, это что он с ним делает, блин? Трон весь в этом.
сказать, в мусоре, блин. Ты уж подсекал, бля, как это? Я думал, как думал, там больше. Как последнего. Да он тут в конце прям взял. Так, ну что, трое. Это активность. Да, хорошо, что мы все приехали, блядь. Хорошо, что я не поленился, блядь. Спасибо большое, спасибо, спасибо, все, спасибо. Спасибо. Илюша, да. Туман, туман меня хотел, блядь, подножку поставить. Наверное, главное искать, не отчаиваться, искать. Сюда надо будет завтра, когда мы лететь на двух. Если нормально пойдет, то их рыбалок не нужно. Сейчас раскорячится, допустим. Ну да. Еще одна была. Тут видишь, беда, приедешь, допустим, они здесь стоят на дорожке. Вот он что-то приехал, ехал, встал, блядь, что-то нашел, блин. Там они в кучке стояли. Вначале ты одного взял. Какой ты бойкий дрыщ попался. Я вас уже отпустил-то, а? Ну, по классике. Пусть они стоят пастухами, а вот бель. Это главное рядом провести. Так, ну что, значит, тронами походили, мы взяли 4 хвоста, ходили по глубине 8-9 метров, неплохо поклевывалось с самого утра. Вот сейчас затишье, уже вторая, по-моему, дорожка, причем длинная, пустая. Сейчас бандосы поставим и попробуем сместиться на 6-5, ну где-то на 7 будем выходить вот так. Пробуем, ищем. Опять Андрюха на белый. Был квастик. Холодный. Холодный. Кинем его ради интереса на эту. А? Кинем на эту его. Замер сделаем. Подожди, вот сюда вот там.
Хорош. Ну, нормально, 40. С ракет. Ну, что там поменьше? Не меньше вчерашних ваших. Это у меня есть будет такое еще. Там в той коробке Храпово, кстати, черно-белый, красно-белый. Так, это села батарейка, такой бордюрочек Pantone 21 Deep Ray, по-моему, 105-й. Один человечек мне посоветовал, решил взять на пробу, разловил. В общем, две поклевки было. Не мешают там ребятам? Такая шляпа. Ну и вот такой зачетный судачок. Так, сейчас, Андрюш, стой. На портрете еще опасно, вот он замыливает. Так, знаешь что? Сейчас мне нужно найти их. У меня их, наверное, штуки три. Давай-ка еще тут ящик сейчас. Две поклевки подряд прям. У меня, кстати, тоже была поклевка. Вот. Вот. Что, поставить его? Попробую. И еще где-то должен быть вариант. Куда они делись, блин? А, у тебя поклевка была, да? У меня была вообще поклевка. Ну смотри. Давай еще пройдемся. Положи, да. Так, ну что, делаем еще один заход. Следующий. Прям две поклевки на этот воблерочек. Отлично. Новый воблер. В ленту. Да, вот так вот. Вот, отлично. Нормально проходило. Сорок плюс. Ну что, друзья, утро наше подходит к концу. Еще сейчас попробуем там в пару мест пройти. Посмотрим, что получится. Но время уже реально поджимает. Пора ехать, кушать, отдыхать и потом вечерочка. Вот. Результат у нас, в принципе, сегодня неплохой. Там порядка 10 хвостов. Вот. Неплохо отработали троны. Red Hat, белый-красный. Ну, на днях работали зеленые троны. Черный уголек. Бандосы отработали. Какие у нас, Андрюх, отработали? Белый. А, белый хорошо отработал бандос, да. Ну, вот у меня текстурка там такая, как бы, тоже отловила. Вот, но белый прям отлично отработал бандит Андрея. Все, мы погнали. Сейчас, не знаю, может, еще включимся. Вот, и еще, может быть, что-нибудь напоследок вам будет. Как никогда вдруг натянулась блесна.
За дна я вытащил живого партизана. Не знал он, бедный, что закончилась война. Эх, хвост, чешуя, не поймал я ничего. И ничего, что я не стал академиком, не прошло мимо меня жизнь и красота. И пусть кому-то и трудны понедельники, а мне полегче, если рядом братан. И пусть кому-то и трудны понедельники, а мне полегче, если рядом братан. Коллектив собрался с разных уголков нашей родины. Попытаемся сейчас всех представить. Это, наверное, получится целая серия, если я буду монтировать. Наверное, целая часть будет просто о банкете. Ну, посмотрим, что будет. Итак, друзья, Дивер Клаб, весенний Дивер Клаб 2024 начинается. Встреча друзей, подписчиков. На базе Углянская. Сейчас мы, значит, пока, значит, не знаю, просто посидим, да? Потом дальше у нас будут розыгрыши интересные, призы неплохие, скажем так. И будет общение. Открытие банкета! Чокаемся, чокаемся, друзья, чокаемся. Давайте, господа, давайте. Приехал впервые. Скажу честно, ожидал большего от рыбы. Но она, зараза, хвостом вильнула, помахала, и не придется приезжать еще раз. А вообще, здесь очень здорово, классно, и всегда приятно. И приятно и здорово видеть людей, объединенных одним хобби, одной целью, одной любовью к реке, любовью к рыбной лови, к ловле. И вообще, любовью выбраться из дома, сменить обстановку и вообще что-то поменять. Я хочу всем пожелать ни хвоста, ни чешуи, чтобы мы, к сожалению, завтра уже уезжаем, а вам ловить, ловить и ловить. Ловить рыбка большая и маленькая, ну ни хвоста, ни чешуи, как говорится. Мы все скажем друг другу ура, что все мы здесь сегодня собрались. Ура! Кто что скажет? Илья, молодец, собираешь, продолжай. Я понимаю, что все с разных регионов нашего необъятного государства. Ну, мы представители Ивановской губернии. Ну, чё, пей. Так, какую рыбу в этой песне будут уметь? Судака. Правильно. Дайте, тянем одну, значит, бумажку оттуда, фан так называемый. Раскрываем и озвучиваем. Невидимка. Шапка. Ура! Все, давай, ура. Итак, второй вопрос. Второй вопрос. Такой, можно сказать, простой, но надо сказать буквально там двумя-тремя словами. Что такое уха? Рыба на то, что суп из рыбы, да? Суп из рыбы. Где он? Тяни штучку. Ведро перед вами. Воблер. Воблер. Медведь. Какой рыбы угощал Демьян соседа Фоку в басне крылов Демьяна уха? Щука. Искарь. Нет. Лещ. Слово. Кто сказал лещ? Воблер. Воблер. И серая уха, черная ее по-другому еще называют. Это
Захар, стараюсь. Илья, очень рад тебя видеть. Как бы виделись много с тобой, не общались. Ну, так, да? Как ты вчера сказал. Очень рад всему этому, что ты делал. Ну, конечно, я не ожидал. Я сам не ожидал. Круто, да. Я под впечатлением. Привет, давай, спасибо. Спасибо, спасибо. 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 Специально рыбал. Только ради такой чести. Короче, есть предложение со вчера, чтобы горшочек девушка выносила. Опять бублин. Опять бублин, а? Смотри, подсадка, что там? Андрюш, ты меня пугаешь. Будет последний. Точно. Как уже тушку наутил. Итак, итак, шапка, шапка, сделаем так. Главный приз взяли, да. Кстати, фанатка. Встретил друзей детства своих. Да ладно. Да, да, с родного, но московского. Вообще, мы с ним в одной школе учились. Рыбацкой и жизненной дачей. Да, ребят, я люблю дарить подарки и люблю их очень сильно получать. Спасибо. Между прочим. Так, сейчас. От Натальи, от моих. Это то, что я думаю? Фотка моя. Короче, она делает замечательные вещи. Ну, в принципе, да, можно же у нее заказывать, покупать. Вот. То есть, вот... Авторская работа. Авторская работа, да. Вот, можете посмотреть, если кому интересно. Очень красиво, да. Пусть попробуем, можно? Там заберешь. Да, давай. Белый стелый банк. Только не банк. Передавай, а вот такие. Спасибо тебе большое, дорогая. Надо друзей выбирать осторожно, но без опаски им сердце дарю. Жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. А жить на земле без друзей невозможно, это я точно тебе говорю. Да. Прям тычок-тык. Ну вот, дождались мы, блин. Я говорю, здесь вот есть они. Сейчас обоссусь, если будет какой-нибудь залет. Не, слушай, город нормальный. Почему наверху-то он? Почему наверх пошел? Плавник мощный, блин. Смотри, как полник здоровый. Цель наверху. Ой-ой-ой, уша. Так, это стой. Трофей. Держи пока. Че его надо? Не-не-не. Ну, отлично, мы с приматкой. А тяжело взирать, тут больше трешки. Все. Хорош, хорош вообще. И прям ударищем таким. Бу-бум. Такая красота, друзья. Вот такая красота. Что здесь все? 5 сантиметров.